Окунуться в мир науки, на несколько минут стать криминалистом или провести химический эксперимент. Все это смогли попробовать посетители 4-го фестиваля науки. Он прошел сегодня в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. С подробностями Павел Танин. С каждым годом популярность фестиваля увеличивается. Для сравнения, в 2013 году его посетили 1500 человек. Сегодня только за первую половину дня зарегистрировались 5000 гостей. Расширилась в этом году и география фестиваля. Впервые в этом году приняли участие школьники, учителя, а также жители близлежащих районов нашей республики. Это Мигино, Кангаласский, Усть-Алданский, Хангаласский, Намский, горные районы. На протяжении дня на сцене в режиме нон-стоп шла развлекательная программа с научным уклоном, шоу экспериментов профессора Николя, презентация разного рода разработок. Но главным стали экспозиции факультетов и лабораторий университета. Свои профессии презентовали психологи, медики, горняки и многие другие. Особой популярностью у гостей пользовался юридический факультет. Безусловно, это самый интересный стенд. Он включает в себя три экспозиции. Первое – это осмотр места преступления, написано. Мы, наверное, не сможем туда подойти, но там находится условие. Убитый человек, и можно почувствовать себя вот криминалистом на месте вот происшествия, понять, что же здесь произошло. Рядом находится криминалистическая лаборатория, также пользуется спросом, много людей, все хотят попробовать провести какие-то эксперименты, опыты, анализ и так далее. И завершает эту серию место, где снимают отпечатки пальцев. Снять отпечатки попытались и мы, дождавшись очереди. Процедура заняла всего несколько секунд. На качестве это не отразилось. Студенты факультета подходят к делу с профессионализмом. Чтобы не задерживать очередь, мы решили снять отпечатки моей руки только правой. И вот этот листочек с вашими отпечатками вам оставляют на память. И так сдают салфетку, чтобы после процедуры очистить свои руки от специального покрытия. Больше всего по душе фестиваль пришелся, конечно, школьникам, но немногочисленным людям по старше он также понравился. Добавим, что по итогу тайного голосования среди посетителей выберут экспозиции, которые представят Якутию на Всероссийском фестивале. Павел Танин, Семен Афанасьев, НВК Саха, Якутск.